и нашу с вами в Парму и в матч Парма-Ювентус. Мелькали кадры страны по количеству пропущенных мячей. Меньше Ювентуса никто не пропускает. Вот уже 8 лет. Сетры тоже отличаются от других европейских турниров. Он проводится в последние годы. В это летнее трансферное окно Матеас Делигт сегодня в запасе. Он, конечно же, в заявках под первым номером. В поле 12-й Александра, 3-й Джорджо Кьеллини, 19-й Леандро Бонуччи, 2-й Матеас. И состав Пармы. Главный тренер Пармы Роберто Ди Аверра и его парни. Парма-Ювентус. Новый сезон чемпионата. Вот. Из Ювентуса в это трансферное окно, по крайней мере, был им на протяжении. Хедира на замахе убирает соперника. Хедира и прострел в штрафную. Два игрока было Ювентуса уже окончательном уходе, а не в аренду. Сейчас Парма атакует, заброс в штрафную. И Сандро здорово между линиями открывается. Игуаин оставляет мяч Криштиану Роналду. И португалец бьет выше ворот. Который отвечает за трансферную политику клуба и ищет игроков. Договаривается с ними. Момент. Криштиану Роналду на чужой половине поля Парма своего соперника. Вся команда хозяев. Подача. На сей раз они розыгрыш. В спину попадает мяч на углу штрафной. Бразилец и бьет отсюда. Первый удар по воротам от бразильца Дугласа Косты. На пресс-конференции о том, как использовать этого футболиста Паулу Дибалу и о его будущем в Турине. Жервенью прострел. Глеси! Несчастный. Спасает свою команду. Дешильо. Дешильо, подача и угловой. Но он тоже выполняет роль, ну не роль, а вот некоторые задачи ложной девятки. Сейчас он открывается в штрафной площади. Свободен Криштиану Роналду, но Пьянич через центр решил сыграть. Трини на замахе убирает Алекса Сандра и удар Эрнани. Огромное пространство вокруг немца, и он пользуется им, подает. Роналду, вот он, самый опасный момент старта игры, Криштиану Роналду. Ну а кто же еще в центре внимания? Подача, выскакивает. Конечно, при Саре необходимо играть спиной к воротам нападающим. Подача в сторону Дугласа Косты. Классный пас в касание, обратная передача от Кулушевски. Прострел Нгулеси. Как же здорово, выскажению к 21-му номеру Ювентуса нет. Почему 21-му? Почему такое? Дает в центр штрафной площади. Сепе кулаками недалеко. Подбор за Ювентусом. И первый мяч. Джорджо Кьеллини. Вот количество угловых превратилось в качество. Вроде бы Сепе уверенно вышел, сыграл кулаками, но на подборе Александро. И вот уругвается на фланг Кулушевский. Кулушевский пытался. Гастон Брукман на ближнюю штангу подает. Здесь сами Криштиану Роналду требуют особого отношения к себе и к своей тактической задаче на поле. Ну и да, привычная пара на стандартах Ювентуса. Пьянич на сей раз. Хорошая подача. Ингресси, он на линии штрафной. Бьет. Угловой удар. Гандбольная расстановка. И вот сейчас прострел от Хедиры. Аут. Атаку в любой ситуации, в любом матче. Классно! Роналду! Как близко! Очень близок был Роналду к первому мячу. Позиционная при угловом. Подача в центр штрафной. Честный.
отказывался от уступ Мартесьелла. Сейчас Роналдо атакует, он в чужой штрафной. Роналдо! 2-0! И первый гол Криштиану в новом сезоне. Ну, давайте считать дальше. Сколько еще будет таких криков в этом году? Сколько еще раз Роналду забьет? Вот вам и пауза. Вот и попили водички игроки Пармы. Вот и услышали, как играть против Роналду. Да все мимо ушей. Контратака Ювентуса. Джанлуиджи Буффону, к его карьере, ну и Буффон соответственно. Так. Нет. Гола считаются. Игуаин открывается здорово, но спиной уже к воротам. Скидка. Подбор Александра. Дуглас Коста. Хеллини. Там тоже за приличные деньги, почти 30 миллионов. Мойзе Кин уехал в Эвертон. Дуглас Коста, он уже в центре. Здесь же Роналдо. Роналдо! Не с Пьяничем. Пока не находят идеального подающего. Бруно Алвиш выносит. Отмечает специальным спреем не только стенку, но и метр от стенки. Пьянич бьет, начинает их в атаке. В стандартной атаке. Со штрафного. Рикардо Гальйола. Длинный заброс на Инглеса. Тот скидывает и нарушает правление. Поехали. Второй тайм. И Парма против Ювентуса. 1-0. Пока туринцы выиграют. Победит Массимо Каррера и его локальный Ювентус. Жоржиньо прорывает нанести хозяева. А вот теплое забегание. Дешили получает мяч. Никого перед ним нет. Немного неаккуратный прием. И поедет между линиями. На сей раз скрывается Дуглас Коста. Но до него мяч не доходит. Перехват в центре поля. На Инглессе неточный пас. Ну, в частности, Нант. Интер из Майами. Тот самый клуб, которым владеет Дэвид Ба. Александра 12-й. Справа Матео Дешилье 2-й. В центре 19-й Леандро Бонуччи. И 3-й Джорджо Кьеллини. В центре поля 5. Матюиди. Заброс на Игуаина. Вот сейчас аргентинец как центральный нападающий. То, что незнакомо. Непривычных относительно стартового свистка фланг. Менялись. А это желтая карточка Хидири. Алвеш. Эрнани за стенкой спрятался. Бруно Алвеш. В стенку попадает. Варила. Жервиньо. Жервиньо просачивается сквозь Дешиль. Да хоть цепляет его, хоть не цепляет. Он развернется. Дуглас Коста. Дуглас Коста. Роналду! Здесь же рядом с ним почти весь матч Гонсало Игуаин. При позиционной атаке. Дугласа Косту. Дуглас Коста. Игуаин угловой. Концовка прошлого сезона, когда часть игроков Ювентуса, которая уже давно-давно и неоднократно становилась чемпионом Италии. Два игрока Пармы вокруг него. Угловой. Янич подает. Сепис снимает мяч с головы. Когда он играл за Челси, здорово здесь. Криштиану Роналду в касание. Под левую убирает. Роналду бьет. Сепи. Реагирует вратарь Пармы. Виола. Гальйо на замахе убирает Дешильо под правой. И передача в центр под Дуглас Коста. Гальйола против него. Дуглас Коста подает. Угловой бой. Жервиньо. Рабьо в подкате нарушает правила. Неточный пас от Бругмана. Три сразу двоих. Здесь мешают, кажется, немного и друг другу. Но Роналду знает, что делать. Он убирает мяч у Игуаина. Бьет прямо в овации. Расти от года к году. Каждый новый сезон. Казалось бы, снова ты чемпион. Лавини подключается к атаке. Высоченная подача.
Хуан Куардада. Совсем один. Подача. И Себас выйти из обороны Парма, но в итоге сваливается на длинный заброс. И здесь ее передача пяткой. Красиво налево. Матюди, подача. Бруно Алвеш и Сепе.